Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Драконы. Всадники Олуха». Ну что ж, 25-й день, мы с тобой забираем 1000 янтаря. Тусклый, конечно же тусклый, какой мне еще могут дать? Так, осталось 11 часов 58 минут, уникальный бам. Окей. Так, ну что, начну, наверное, пожалуй, я сразу с колоды. Естественно, бесплатно. Так, монетки в копилочку. И что же нам тут подгонят? Громоль, душитель, громобой. Ну и остальное все в ресурсы идет. Ясно. Ну, не забывайте, что у нас еще есть один пак. Так что смотрим. Монеты Одина. Ну и давай-ка мне ресурсы. Да побольше и пожирнее. Так, руны выпадают. Ух ты. Слушай, неплохо. 405 рун уже у нас с тобой. Так, что у нас здесь за дракон? Хакату. Слушай-ка, а у меня был такой? Или не было? Хакату. Что-то до боли знакомый. Так, куда бы тебя поставить-то? Где бы тебе? Вот здесь, что ли, он... Нет, он сюда не помещается. А вот, вот здесь можно. Так, подожди, хакату у меня же есть. Я могу, конечно, ошибаться. Вот же, по-моему, да, хакату обычный. И здесь, я так понимаю, тоже у нас хакату обычный. Поэтому я, наверное, его все-таки отпускаю, ребята. Да, зачем он мне нужен? Еще один, как говорится, дубль. Здесь мы с тобой повышаем уровень. Кому? Кипятильнику, конечно же. Давай, наверное, еще, ребята, его немножко прокачаем, да? И отправим, наверное, обучаться. Пускай летит. Пускай летит. Этот, как всегда, 5000 у нас древесины. Но, слушай, водолез почему-то достал всего лишь 30 тысяч. А знаешь, почему он так много достает, ребята? Потому что он целых 2 часа добывает. Вот все из-за этого. Слушай, подожди-ка, вернись. Давай мы лучше тебя отправим за древесиной на этот раз. Слушай, видишь, и Громель тоже. То есть он в час добывает 13 тысяч. Грубо говоря, он может за 2 часа доставить нам 26 тысяч бревен. Окей. Сколько ты у нас тут? 12 тысяч. Но он всего лишь 16 минут. Ребят, не знаю, как им время увеличить. Но, возможно, из-за того, что мы его будем, например, прокачивать, да? Как бы время не увеличится, а может быть немножко увеличится. Но ресурсов он явно будет добывать больше. Не знаю. Нет такого, знаешь, имбового действительно дракона, который бы мог за маленькое количество времени приносить огромное количество ресурсов. Надеюсь, в дальнейшем мы с тобой такого найдем. Так, древоруб. Давай-ка, родной, мы, наверное, дальше тебя отправим за... За рыбы невыгодно его отправлять. Тогда иди за древесиной. Так, ты у нас только древесину... Ты тоже за древесиной, пожалуй, отправляйся. Костоломчик наш. Вроде бы пока все. Давай мы, наверное, посмотрим, что у нас тут. Громгильда. Астрид испуганно вскакивает с постели. Еще до конца не проснувшись, она постепенно осознает, что Громгильды нет рядом. Астрид не слишком волнуется, но на всякий случай хочет разыскать дракониху. Роза ветров. Вот так мы с тобой сделаем. Что у нас здесь? Сморкал собирается с духом и выглядывает наружу. Так, мы с тобой сейчас забираем награду. Что же нам здесь достанется? Наверное, какое-то яйцо, да? Древоруб. Или кто это у нас? Я уже, честно говоря, не помню. По-моему, древоруб. Да, обычный, поэтому я его отпускаю. Лети, как говорится, с миром. Ну, а мы тебя отправляем на очередное задание. Пускай это будет у нас пограничная пещера. Лети, как говорится, с миром. Так, Громоль, что у тебя здесь? Надеюсь, сработает. Ну, по мне, так лучше вот это пускай выпадет. Или руны, потому что, ну, морские звезды у нас и так выпадают. И сейчас именно... А, нет, смотри-ка, на руне остановилось. И 4 руны мы с тобой зарабатываем. Ну что же, отправляем его дальше. В драконий край, пускай летит. Ну и остается у нас с тобой
близнецы готовятся к поискам. Продолжить. Так, с чего начнем? Если бы я был башней, куда бы я пошел? Башня же не сама по себе ушла, ее кто-то украл. А, да, точно. Если бы я был украденной башней, куда бы я пошел? Ну, где-то поблизости, ищите, бесплатно. Где-то поблизости, истина где-то рядом, да? Как говорилось. Так, события. Подожди, давай мы с тобой найдем фонарь вначале. Вот он лежит. Я, наверное, не успею, да, открыть. Сколько у нас там? 12 дней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Не успею. При всем своем желании, друзья. Так, выживание. Ранний доступ еще 13 часов будет действовать, поэтому я ничего не смогу приобрести. Так, задания мы какие-то с тобой выполнили. Давай тут заберем и тут заберем. Так, нам что тут остается? Совсем ничего, да? Принять в оборонке, использовать ускорение. Слушай, ну оборонку мы с тобой сделаем. У нас... Ага, беззубик на месте. Что он нам принес? 4500 рыб. Ну что-то вообще... Ух ты! А это что за яйцо? Давай купим. Вывести. Я не знаю, ребята, что это за яйцо. Такого, по-моему, у меня не было. Так, бесплатно. Кто же ты? А может быть, был, просто я не помню. Да ладно. Я купил Громеля, ребята. Конечно же, я его отпущу. Ой-ой-ой, зачем я только руны потратил? Но я, честно говоря, не видел, чтобы Громель у меня вылуплялся. Мне он как-то сразу достался, поэтому... Извините, что потратил столько рун на Громельку. Еще при этом его и отпустил. Так, ну что у нас тут? Угу, ускорение мы использовали. Остается лишь... сделать одну защиту. Это я на изи. Все-таки это нечестный бой. Сначала мы постучали в парадную дверь. Теперь, когда все их внимание сосредоточено на парадной двери, они даже не замечают изгоев у своего черного входа. Это нечестный бой для Олуха. Пора в налет. Продолжайте стучать в их парадную дверь. Их вождю придется отозваться на этот стук. Ну, может быть и придется, но мы вначале с тобой подеремся. К бою готов? Поехали. Ну, естественно, сейчас у нас... Ты посмотри, какая тут флотилия. Она с каждым разом все больше, больше и больше становится. Обалдеть. Ну что же, поехали. Давай, 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 родные мои. Так, последнего выпускаем с тобой. Что я могу сделать? Ну, как-то помочь нашим, да? Хотя они здесь справятся... на изи. А вот эту вот если лодочку, смогу я ее уничтожить? Ага. Давай, давай, вот эту расстреляйте, пожалуйста. Ну, ключ я, естественно, друзья мои, не спасу. А они что, начали лодку бомбить? Да зачем же вы это делаете, а? Бомбите вы вот эти вот кораблики. Чё ж вы как непутевые-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри, это что? Это что за корабль такой? Обалдеть. Ну-ка, давай сюда сбоку встанем. Блин, один ключ потерял все-таки, да? Слушай, а ты издеваешься надо мной, да, я так понимаю? Трындец я поставил, называется. Ай, без зубика под снаряд. Короче, я теперь понял, друзья мои. Красные лодки, вот эти вот, которые, да, они атакуют. Остальные, в принципе, нет. Нет, вот это вот атакует тоже. Там у нее баллиста. Ладно, в любом случае, мы с тобой были в попытке отражения, да, нападения. Это нам должно засчитаться. И, соответственно, пак мы с тобой должны будем получить. Плюс, еще сегодня мы с тобой сходим на арену. Я надеюсь, у нас там откаты прошли. И я смогу все-таки подраться именно за новые колоды. Так, смотрим. Забираем, да? Отлично. И вот он, ребята, пак. Получать. Так, плевака, набор. Что же нам здесь выпадет с тобой? Рыба. Так, флаг. Руны, руны и рыба. И все? Вы серьезно? Ну что же вы такая жиденькая-то? Так, древоруб. Чудовище ужасное и кревет.
Давай, наверное, с тобой вот этот поставим на открытие. Да, ребята, мы можем с вами подраться за пак вождя. И это уже замечательно, это уже радует. Так, что у нас здесь? Обмен. И что же мы можем с тобой обменять? Давай посмотрим. 26 рун вот за это все. Нет, что-то как-то больно дешево. Ну что, Беззубик, нам надо тебя отправлять. И знаешь, куда мы его будем отправлять? За нужными нам ресурсами. А точнее, для того, чтобы открыть в ближайшее время, да, нам с тобой легендарного дракона, мы должны с тобой насобирать кое-что. Давай попробуем лопаты. Ага, лопаты у нас, ребята, только по обмену идут. Это плохо на самом деле, что только по обмену. Ну тогда давай попробуем найти флаги. Так, туманные горы, бухта Черного Сердца. Лучше, конечно, в туманные горы, потому что здесь времени намного меньше надо потратить. И награды, ну да. Вот кто тебе даст большую гарантию, что именно флаг они мне притащат? Да никто. Они принесут тебе, например, морскую звезду и все. Но в любом случае надо рисковать, ребята, отправлять. Так, Беззубик мой полетел. Тут у нас все отлично добывается. Излишки, как говорится, уже появляются у нас с тобой рыбы. Сколько здесь нам нужно? 570. Блин, древесины, конечно, надо очень много. И здесь надо, да, древесину. Потом, где у нас там? Для того, чтобы убрать камень с дороги и начать вот эту вот территорию, нам тоже нужно... Так, подожди, викинги. А мы с тобой домик не можем построить? Нет, ребята. Секундочку, а я же вроде бы устанавливал, да, дом? Я вот не помню, я его закончил по постройке или же нет? Куда же я его поставил-то, а? Нет, я, наверное, его все-таки закончил. У нас с тобой сколько вообще викингов-то? 135. Ну да, скорее всего, я закончил домик. И больше я, как говорится, не могу ничего сделать. Единственное, что надо вот, вот этот валун убрать. 500 тысяч, обалдеть. Ну что, друзья мои, погнали тогда, подожди секунду. Так, академию, это все понятно. Так, обмен. Кипятильника нужно, ребят, заставить добывать, что, рыбу. Завершить, если мы... Нам еще два задания, ребята, завершить. Ну, два приключения на сардельке, да? Мы с тобой получим пак. Ну и, конечно же, призвать зеленую смерть. А что это такое? Вот что это за фигня такая? Какой-то коралл. Ну что, поехали с тобой. Очередная, друзья мои, схватка. Как раз мы с тобой немножечко приблизимся к следующей лиге, к пятой аренке. Так, у меня, ребята, команда зеленых, а здесь команда красных. Да чтоб тебя. Команда красных, ребят, это очень плохо. Ну, ну что вот мне делать, прикажете? Я не знаю, ребят. Они меня в любом случае здесь распишут. Я ничего не смогу сделать. Хотя инициатива у меня быстрее пошла. Нет, нифига, у него быстрее идет. Так, кревет. Ох, как он вжарил. Так, он еще себе и атаку усилил. Я не буду, ребята, сейчас тут делать массовый огонь. Вот я что хочу сделать. Массовый сон. Пускай они там поспят. Ну что, будем добивать. По идее, надо. Есть контакт. Шикарно. Теперь, наверное, вот с этого начнем. Начнем с него. Этот пускай пока покемарит. Так, давай. Ага. Добиваем. Ой-ой-ой-ой-ой, промашка. Это было непростительно, ребята, непростительно. Да что ты будешь делать, эй? Ветрокрыл, какого перепуга ты, блин, промахиваешься? Странно. Так, давай вот так сделаем с тобой. А этот сейчас 100% кого-нибудь нам подобьет. Хотя, подожди, если мы его загоним в сон, к примеру,
И что мы можем сделать? Добить сможешь? Идеально. Друзья мои, идеально. Я даже сам не ожидал, что вот так вот у нас произойдет все. Ну что же, 30 кубков и пак обычный. Естественно, сразу же приступаем к следующей битве. Я знаю, что у меня ячейки забиты. Вместо пака мы с тобой будем получать ресурсы. И, конечно же, для меня сейчас в приоритете именно древесина. С рыбой у нас с тобой все хорошо. Ох, нифига, он и креветы взял, и громобоя. На этого можно вообще не обращать внимания, потому что он лашпен. А вот тут уже вопрос, кого лучше бомбить? Что этот 9 уровня, что этот 9 уровня. И все они красные. А красные, как мы знаем, наносят усиленную атаку именно по зеленым. Твою же налево. Да еще и промахивается. Эй, сарделька, сарделька. Ну вот как вот с ней играть, ребят, я не знаю. Она промахивается. Единственное, что опять же сейчас попробуем с тобой загнать в сон. Если я успею. Что ты там хочешь сделать? Вы дадите мне в сон-то? Да, вот сейчас вот будет ход, и мы загоняем, друзья мои, их спатеньки. У них у всех усиленная атака. Ну что, распишем? Должны. Нормуль. Так, я думаю, наверное, вот с этого начнем, да? Он не такой мощный урон наносит. Тут еще похильнемся, на всякий случай. Продолжаем бомбить. Что он там сейчас делает? Просто ударит. Продолжаем его уничтожать. Пока там кривец. Он уже очнулся. Ой, ребята, электричество. Сейчас будет больно. Это было чересчур больно. Тем более он под усиленной атакой. Я не могу понять, если дракон, например, отдыхает, у него баф не спадает? Так что ли получается, ребят? Сейчас он еще сделает массовую атаку. Все, он крышка нам. Я офигею, у него вот эта вот массовая атака против зеленых. Это, конечно, жестко. Может быть, нам кого-то взять? Так, мы страдаем с тобой от красных, да? Давай посмотрим такого дракона, который противостоит красным и наоборот наносит усиленный урон. Потому что, ну, зелень зеленью, но, как видишь, мы с тобой сливаемся именно против команды красных. И меня это немножко напрягает. Так что давай сейчас, наверное, определимся, посмотрим, кто у нас сильный. Если есть такой дракон, естественно, мы с тобой возьмем его к нам в пачку. Ну-ка, смотри. Красный, да, это синий. Синие наносят усиленный урон. Но у меня только Беззубик из синих и Громгильда. Змеевик даже в расчет не берется. Хм. Беззубик или Громгильда. Твою ж налево. Ну я не знаю, ребята. Ну давай возьмем Громгильду. Но вместо кого? А, действительно, вместо кого? Вот скажи-ка мне. Вместо Древоруба. Ну давай попробуем вместо Древоруба. Не знаю, ребята, хотя Ветрокрыл. Ну, давай разочек с тобой так сыграем, посмотрим, как у нас пойдут дела. Если не очень хорошо, естественно, опять будем менять. Но мне кажется, один герой, именно синий, да? Вон, видишь, пошли отряды. Опять краснотухи набрали, а? И опять у нас куда-то с тобой музыка исчезла. Это уже напрягает меня. Так, ну что? Начнем. Начнем вот с этого кревета. Я так думаю, да? Успокойся, Костолом. Не надо выпендриваться. Ой-ой-ой, понизили атаку. Это плохо. Так, ну что, давай будем дальше бомбить. Раз уже такая пошла у нас плясочка. Кревета попробуем сейчас с тобой добить. Я думаю, не стоит, ребята, тратиться вот на это, да. Повышает защиту всех стремительных драконов. Он у меня всего лишь один, поэтому даже не будем тратиться. Ага, я думал, что этот накопит себе 4 и пробафает всю команду. Но он почему-то этого не стал делать. Это нам, как говорится, сыграет все на руку. Так, мы если сейчас... Давай-ка мы, наверное, сделаем вот такой вот ход. Ход конем. Так, мы подхиливаемся. Ага. Костолом выпендривается. Так, этот тоже выпендривается. Кревет, успокойся, ты сиди и не рыпайся. Так, наша очередь, ребята. Минус. Теперь
Ну давай, раз. Да что ты будешь делать? Давай тогда вгонять их в сон. Сейчас пока Костолом у нас с тобой покемарит, мы этого разберем с тобой. Но энергия... А, хорошо, что он промахнулся. Хорошо. Ну все, ребят, еще разок давай с тобой шмальнем, как говорится, ледяным дыханием. И остается лишь только добивать. А какая у него массовая атака? Ты помнишь? Я лично нет. Укус он пока сделал. Ну что, я думаю, что крышка ему приснилась. Давай вот так, наверное, добьем его. Лишь бы не промахнулся. Идеально, друзья мои, идеальная победа. Все, 30 кубков получаем. И хотелось бы посмотреть, что у нас выпадет. Рыба. А нужна древесина. Нам нужно с тобой подбить еще двух драконов. Ну что же, погнали. Я просто жду, не дождусь, когда мы с тобой перейдем на следующую арену. Так, почему-то музыка именно в боевке, ребята, исчезает. Я не знаю, наверное, может быть, свою поставлю. Но это опять же под вопросом. Так, ну что, начинаем с тобой. Слушай, тут же древоруб, ё-моё. Древоруб, он больно, больно бьется, я знаю. Давай-ка, наверное, вот так и сделаем. Молодец, сарделька. Два удара и прямо в точку. Так, давай еще бомбанем. Так, а ты у нас бьешь вот тут усиленно, да? В принципе, Громгильда именно для этого у нас с тобой и взята. Так, секунду, я вот думаю, что сделать нам. Да, наверное, будем бомбить пока. Теперь добьешь? Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Так, ну а теперь уничтожаем и загоняем в сон. Я думаю, сейчас мы с тобой будем бомбить именно пристиголового. Так. Двойной удар хвостом от сардельки. Можно было бы хильнуться, в принципе. Нет-нет-нет-нет, парень, успокойся. Так, ну что, добить не получится, но зато мы сможем с тобой пробафаться. Он проснулся. Энергии пока маловато, как мы видим, так что у нас все шансы, ребята, его одолеть. Так, ну естественно, начинается уклонение, да, как специально. И сарделечка уничтожает. Так, друзья мои, первый пак мы с тобой получаем. Блин, ну чё же брёвна-то не дают, а? Давай, родной, иди сюда, открывайся и показывай. Древоруб. Так, кошмарный пристиглов, по-моему, он может прапаться. Громоль. Шепот смерти. Так, Громоль защитник. И Громгильда, кстати, Громгильда, по-моему, тоже может... О, на ветрокрыло мне дали карточку. Спасибо большое, но мало все равно, ребят, все равно мало. Так, давай смотреть. Громгильда, ты можешь улучшиться? Нет, потому что ей нужен, ребята, уровень. Так, а пристиголов? Тоже не может. Да что ж ты будешь делать, а? Блин, подавай им всем 24 уровень, и все. Этого злобного змеевика нам нужно найти, да? И громобоя. Нет, громобой нужно прокачивать. В общем, 24 уровень нужен, чтобы, ребят, получить ему 8 разряд. Иначе никак. Слушай, ну пока команда вроде бы у нас с тобой неплохо рулит. Я не знаю, почему Громгильда, в принципе, ребята, здесь не особо, как бы тебе сказать, хорошо бомбит. Но, тем не менее, мы вытаскиваем с тобой катку за каткой. Давай смотреть, кто здесь у нас будет. О, все фиолы. А у нас как раз два зелененьких. Они очень хорошо прожаривают фиолетовых противников. Так что не расслабляемся. Так, начнем. Они все фиолы, да? Абсолютно все. Тут можно с любого. Я решил именно вот с этого вот шитика, потому что мне не нравится его массовая атака. Урон водой. Посмотри, он уже 3 набрал себе. 3 энергии. То есть инициатива у него офигенная. Так, и... А потом ходит он, да? И... 2 пристиголова. То есть, сейчас будет больно. Так, замедлил, понизил атаку. Боюсь, бедные. Их сейчас завалят. Хотя, подожди. Еще не все потеряно.
Так, ну что, с кого начнем? Наверное, вот с этого. Пробить не успеем. Сейчас что-то будет массовое. Да. Этого я как раз и боялся. Ну, потеряли, потеряли мы с тобой одного дракончика. Но это еще, я тебе скажу, не так опасно. Что ты такой радостный проснулся, а мы его обратно в сон. В сон, а этого, естественно, уничтожаем. И можно было бы... Так, секунду, у него... Ребята, сейчас что-то будет неприятное. У него, видишь, полностью шкала заполнена, и он 100% должен что-то сделать. Неужели он будет просто кусаться? Нет. Так, он сделал латхил. Удивительно. Я думал, что он бомбанет. Все. Я считаю, что здесь мы с тобой хорошо отыграли. Так, 30 кубков и... Ну вот, 30 тысяч бревен. Три дракона мы с тобой победили. Остается всего ничего. Это именно 7. 7 дракончиков побеждаем. Ага, синий плюс фиол. И опять у нас с тобой здесь тишина. Тишина, друг молодежи. Ну что, давай тогда начнем. Да ё-моё. Промахиваемся, конечно же. Как же без этого? Давай тогда вот этого, наверное, нахлобучим с тобой. А синий, синий, да. Против синих идет фиол. Так, он промахнулся. Он промахнулся. Так, что нам сделать с тобой? Ну, давай сюда выстрелим. Так. Ну, хорош, хорош. Погнали. Двойная атака. Так, он, смотри, он тратит свою энергию. Причем зазря. Не знаю, почему он так делает. Вот. Давайте-ка, ребятушки, поспите маленько. А нечего вам тут выпендриваться. Я буду все-таки стоять на своем. Будем уничтожать вот этого пристеголова. Следующим, наверное, вот этого возьмем, да, с тобой? Просыпайся, как говорится. Слушай, а что вот это у нас? Драконы команды соперника, обмен эффектами. Это вот как у нас получается? Вот мы обменялись, где эффекты? Это, по-моему... А, может быть, эффекты он в плане имеет в виду наложение эффекта. Вот эти вот. Или же... пока не знаю, ребят, как это будет выглядеть все. Наверное, эффекты, которые наложены. Вот видишь, у нас здесь, например, замедление. Мы можем, наверное, поменяться, если бы они были вот здесь у нас. Мне кажется, именно так. Ну что, давай добьем, наверное. Как же ты, а? Ну как же ты мажешь-то все время? О, сейчас будет, ребята, очень мощная атака. Минус двоих сразу же. Меня здесь, знаешь, что спасет? Только один вариант. И я думаю, ты догадываешься, какой, да? Это, конечно же, отражение. Я его сразу активирую. И пускай он что хочет тут делает, он сам себя, ребята, просто уничтожит и все, со временем. Или же мы его распишем. Что, в принципе, и произошло. Ну что, 30 кубков, надеюсь, дадут нам древесину, и мы с тобой едем дальше. 4 дракона нам остается с тобой подбить. Грамгильда. Так, красный и фиол. То, что нужно. Отличные команды. Смотри, самые мощные, а? Блин. Я даже не знаю, мне кажется, тут кревет будет сильнее, потому что у него... электрическая атака. Тут они все, если честно сказать, мощные. Так, ну что, я сейчас буду копить опять же на сон. Если он, конечно, быстрее не потратит на что-нибудь. Давай-ка древоруба попробуем себе ушатать. Не знаю, друзья мои, успеем ли мы. Так, хорошо, что он применил вот эту атаку. А мы с тобой делаем вот так вот. Ход конем, как говорится. Давай как немножко усмирим. Добьем с тобой древоруба вражеского. И теперь, наверное, будем кревета бомбить. Так, посмотрим по энергии. Ага, не стал делать суперудар. И это, ребята, замечательно. Раз. И добивочный. Надеюсь, не промахнемся. Шикарно. Теперь, что можно сделать? Я знаю, что он будет делать массовую атаку, поэтому вначале мы с тобой... Давай пробафнемся.
Давай пробафаемся и начнем его потихоньку бомбить. Так, хил мне поможет? Надеюсь, как-то поможет. Но он все равно сейчас будет делать массовую атаку. Смотри-ка, нет. А что не так? Громобой, что с тобой? Почему ты сломался, а? Сейчас всыпет. Да, вот сейчас он всыпет. Но это уже поздно. Поздно он начнулся, ребята. Мы его, естественно, расписываем. Победа. Шикарно. Нам еще нужно с тобой подбить. Сколько получается одного дракона? 9 из 10. Ну что, я готов, в принципе. Давай посмотрим врага. А, так, красный и два синих. Блин, вот, я не знаю, ребят. Тут такое ощущение, что надо брать разнобойку. Разносолочку, понимаешь? Так, кто у нас противник номер один? Громорок. Ну, по идее, да? Потому что он бафер. Ну и этот тоже может вжарить не кисло. Так, ну ты посмотри, вот начинается вот у них вот это вот. По 33 раза ходит каждый. Как меня это, блин, раздражает. Лезет тоже мне, а? Посмотри, понижает мне атаку, а? Хмырь. Ну что, нет, мы пока не будем с тобой тратить. Нам это ни к чему. Мы лучше загоним их в сон и будем уже там потихоньку теребунькать. Вон, пускай лучше бомбят Грамгильду. Или Сардеку. Ну ты смотри, видишь, они по 33 раза ходят. Так, все, настала наша, как говорится, очередь. Баньки. Так, громорога мы с тобой уничтожаем. И дальше, я не знаю, может быть, вот этого попробовать бомбануть. У нас все равно с тобой нет выбора. Хильнемся. Хильнемся на всякий случай. Раз, два. Две атаки прямо в цель. Все-таки хочет Грамгильду, да, ушатать. Я понял его, ребята. Я его понял прекрасно, что он хочет сделать. И в наших интересах. Все, потеряли одного бойца. Добить надо в любом случае с тобой. Так, он просто сейчас бомбанет. Это ничего страшного, ребят. Этот тоже ударит просто. Окей. Ну, ты смотри, он же только что бил, блин. Нате вам, гадюныши. Он только что бил и опять начинает ходить. По два раза. Зашибись. Обалдеть, еще и промахиваемся с вами. Так, ну что, во-первых, я хочу хильнуться, пока у нас с тобой есть такая возможность. Плюс пробафаться на атаку. И уже сейчас, естественно, начинать его наказывать. Так, усиленные, друзья мои. А почему... Не пойму, почему у сардельки нету бафа. Так, надеюсь, не убьет. Не убьет, но застанил, да? Он добьет мне. Ветрокрыло он уничтожит. Оу. Вот это неожиданно. Так, ветрокрыло, давай его уничтожай. Есть контакт. Что же, ребята, я скажу. Я не знаю, почему у нас команда тянет. Грамгильда, в принципе, она здесь такую роль особо не играет. Но мы один раз только с тобой проиграли. Да и то это было до замены колоды. Ну вот и наш родной пак. Давай смотреть. Опять кревет, разряд, древоруб, громорог. Громорог-отпрыск. Вот скажи мне, на милость, где я должен найти громорога-отпрыска? Я его вообще могу найти, чтобы открыть? Тут еще какие-то образы можно поменять, видишь? Хм. Какие-то образы. Так, больше мы с тобой здесь сделать ничего не сможем. Так, обмен. Янтарь менять. Мы же можем улучшить. А что для этого нужно? Подожди, а что... А, для улучшения нужно 500, ребята, 500 викингов. Вот оно что. То есть это еще будет не скоро. Ну что, эти у меня пока идут на добычи. Что у нас там по ресурсам? Очень много рыбы. То есть я могу, например, заняться прокачкой. А почему ты стоишь, ничего не делаешь, а, парень? Иди древесину ищи. Мне нужна именно древесина. Так, а этот опять стоит.
Не работает ни шиша. Все, ребят, я его отправил. Этот у нас тут с рыбой. Иди дальше, ищи ее. И ты тоже. А, вот у нас где, ребята. Я же говорю, что должно быть. Вечно крыл. Убедите вожака присоединиться. Так, получите доступ к новым территориям. Мост, это какой же именно? Ага, сколько? 1 миллион. 1 миллион древесины? Ты серьезно? Так, что у нас здесь? А как я его должен, ребята? Так, викинги на Олхе. 160. И что мне для этого нужно? Подожди, не понял. Что-то меня перекидывают с одного на другого. Так. А, чтобы я понял, ребята. Здесь должен быть у нас зеленая смерть на Олухе. Ну, для того, чтобы открыть вечно крыло. И выполнить обмен. А что для того, чтобы... Не посмотреть это задание, друзья. К сожалению, пока не посмотреть. В общем, нужно открывать нам с тобой зеленую тень. Как ни крути. Улучшить. Рыбацкая хижина. Да, это, конечно, все хорошо, ребята. Улучшение и все тому подобное. Но очень много древесины нужно. Тут вообще миллион. Жаль, жаль, что я этого не могу себе, как говорится, позволить сейчас. Ну что, дорогие друзья, мы, наверное, будем с вами закругляться. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Так что всем пока и до новых скорых видосиков.